Прибыли на место охоты. Завтра будет день подготовки. Шмоток полно. Вот. Ну, сегодня уже, конечно, припозднились немножко. Сейчас буду ставить палатку в потьмах. Ну, главное, добрались. Дорогу внешне затопило длиной. Подбирались через верхнюю дорогу. Вот места нашей охоты. Будем от бивака охотиться метров 500. Сейчас уже, конечно, плохо видно все. Но там дальше пашня черная. Вот на пашне и будем охотиться. Линда уже вся в охоте. Утки, конечно, хватает. Утки полно. Кулики. Все тут двигается. Гусей пока не видали. Ну, в общем, буду ставить бивак, распаковываться, собираться. Первое утро. Утро встречает заморозком. Меня разбудили утки. С утра рут то справа, то слева. Кронштепы летают над головой, тоже верещат. Проснулся, потопил печку. Чего так прохладненько, конечно. Сейчас буду делать дальше, разбивать лагерь. Работы сегодня много будет днем. Еще надо поставить, сходить профиля, заготовить дров, ну и тому подобное. Только что видел стайку гусей на высотников. Ну все, базу построил, сделал сушилку, ну и как камбуз будет у нас, там будем готовить еду. Тут у нас будет комната для отдыха, палатка, все стоит, напилил дров, натаскал, но не успел раскрежевать, потому что пошел дождь. Пока капает дождик, собираю на завтрашний день патроны. Сейчас разберусь это барахло, запакуюсь. С утра, наверное, пойду сначала на утку, а часам к 4-5 вылезу на гуся уже. Сегодня гусь тянул с 6 утра, нет, с 5:30 до 9. Были такие неплохие налеты. Народ уже хулиганит, стреляет, конечно. Но у нас охота только будет завтра, с утренней зорьки. Ну так, в принципе, все готово. Сейчас дождь перестанет моросить, дрова распилю и пойду ставить профиля на поле. Готовиться к утру. Да, сегодня тяжелый денек. Подготовка к охоте. Завтра утром открытие. Сегодня на биваке с утра, до обеда, после обеда на профилях вот расставился. Фу, что-то малость подустал. Ну, все профиля наготове. Выставил полный комплект. Еще осталось сделать скрадок. А то тут немножко обвешал. Что-то утомился болтаться по этому полю, проваливаешься везде. Вот, надо тут все это будет дело окультурить, замаскироваться. Вон, самый главный гусь сидит. Ну а сегодня с утра уже видал налетных подсадных. Бо-бо-бо, три стаи, одиночку и пару. Пару стай шло в масках кислородных высотники. Но основная масса гуся такая вся подсадная. Одну стайку наблюдал, сидел, кружили-кружили над профилями, орали-орали, им не отвлекаются, они ушли.
Вот сегодняшняя утренняя охота. Открытие сезона. Один вальштеп и утка. Ну, нам хватит на шулюм. Ну все, теперь нас двое. Вот наша дичь. Валя, вальштеп. Ну а остальных покажи. Чибис. Сорока. Утяж. Птенец, птенец крикаша. Ну, нормальный утяж. Ну, прошлогодний. Ну, нам... Еще скелет какой-то вот тут нам достался такой. Иди, Линда, иди гуляй. Ага. Че, это уже все ощипано. Да-да-да, вот он такой и упал. Тут у нас уже крылья. Все по уму, все хорошо, красиво. Домик. Камбуз. Давай, 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 девочка, неси. Молодец. Ну, выгребай, выгребай. Ну, волокешь, молодец, молодец. Ю-ху! Все. Могу со спокойной душой бухать. Здорово, мужики. Я подписан уже. Давай, давай, девочка. Молодец. Ну, так что? О, селезня даже. Селезень, ёпт. Так а что я не стою, какая разница? Мужики, это вообще, ну... Селезень, ёпт. Ну, мы на базе. Вот, готовим шулюм. Вот тут навалили мешка, утей разделали. Вот надо будет сегодняшнюю добычу тоже прибрать, разделать, с ней разобраться. Ну, сегодня постреляли хорошо, конечно. Гуся не было. Ушли на утку. Ну, по утке добыли. Вот, еда лежит. Наши победили. Ну вот, сегодня с утра пришел. Опять на своем месте. Мужики спят. Ушел один. Только пришел. Вот селезня одного. Добыл хорошего, крупного. Ну, немножко еще посижу. Что-то не летает пока. Правда.
спать. Все, загребаем. Утро нового дня. 8 мая. Все нормально? Удок набили, раздали. Шлюм подогрет. Сегодня промогали гусиков, проспали. Нужно было сидеть в скрутке. А мы сидели в другом месте, блин. Отдыхали, так сказать. Сейчас опять на камбузе. Ну, хоть гусей и проморгали, но еда у нас есть. Вот знатный шулюм лежит. В любом случае, мы голодные не останемся. Ну вот, мушкетеры, год спустя. Приехали снова в баню. Вон, самый главный мушкетер сидит там, за дверью за стеклянной. Вот, Артос там, или как? Портос. Портос, да. Портос. Решили помыться, все уже завоняли. Сейчас помоемся и снова поедем на бивак. Вот так вот, охота 2016 состоялась. О. Да, в поимке проходит. Гусей нет, утки есть. Только вначале, блядь, состоялось, что не состоялось. Вся охота проходит в поимке. Эй, ты чего? Замерз, малыш, елки-палки. Ну вот ты морда такая, а. Ты чего? Сейчас на охоту пойдем. А эти глазки почищу. О, замерз, борода. Давай, сейчас погоним. Двенадцатое число. Началась гусиная охота. Утренняя зорька, 4 штуки. Белолобика. До этого гуся толком-то и не было. Был. Мы спали. Хорошо. Вчера только пошел. Сейчас обед. Что-то будем думать дальше. Ну вот, сегодня первый день более-менее охоты. До этого били все утку, так сказать, на пропитание. Сегодня вот прилетел гусик, посидели, отстрелялись. Сейчас спать и завтра на утреннюю зорьку. У нас же вот гумяш есть, белолобый. Все, ну, казара пока не видать. Все такой гусь породистый идет. Сейчас отдохнем, покушаем и баиньки. Да? Сегодня гуся одного не принесла. Чё сидишь? Ну, бездельница. Ну все, лагерь опять он, печку затопили. Сейчас перекус. Собаки нацепляли клещей. С Линды его достал уже в течение 2 дней 3 штуки. И с Джека 2. Сами тоже ходим, боимся. Тёмыч на подушке. Вчера клеща одного раздавил. Не успел он в него въесться.
завтра последний день охоты в этом месте. Собираемся, вот, решили отметить шашлычком. Завтра уезжаем. Оп. Немножко подустали. Тут, грубо говоря, сидели больше недели. С этого места хватит. То, что нужно, добыли. Добыли 10 гусей, одного гуменника, 9 биолобиков. Уток немерено, куликов немерено. Даже не считали. Голодные не были, все отлично. Охота удалась. Все, отохотились. Сборы домой. Разбираем шатры, палатки, собираем профиля, упаковываемся и выезжаем. Ну все, шмотки упаковали, все собрали. Оставляем здесь стол, скамейки. Вот. Это строение тоже остается, только тент сняли сверху. Ну, на будущий год пригодится и нам, да кому-нибудь другому. Все в порядке, все убрали, мусор вывезли. Спасибо этому месту. Все, уезжаем с нашей пашни. Прыгаем по кочкам. Машина зверь, хозяин тоже зверь.